Владимир Першанин. Диверсанты Судоплатова. Из погранвойск. В спецназ. Глава номер один. Отряд капитана Журавлева. Немецкий эшелон, которого напряжно поджидали, остановился на разъезде, не доехав километра до засады. Вместо него, постукивая на рейсовых стыках, появился мотовоз. Платформа с будкой и дизельным двигателем, переоборудованная немцами в патрульный броневагон. Капитан Журавлев, лежавший рядом с Николаем Мальцевым, положил руку на ствол его Дегтярева и шепнул. «Передай по цепочке. Никому не высовываться». Старший сержант кивнул и, повернувшись к снайперу Грицевичу, негромко передал команду. Диверсионная группа из 15 человек замерла. Появление мотовоза не ожидали – Обычно перед каждым воинским эшелоном дорогу проверяла дрезина с патрулем и четырех-пяти солдат железнодорожной охраны. Два дня назад такая дрезина проехала, не заметив закопанный обрезок трубы, имитирующий мину. Но мотовоз не дрезина. За дорогой внимательно наблюдали офицер с биноклем и несколько саперов. Патруль двигался с небольшой скоростью и остановился не доезжая шагов пяти до мины нажимного действия. Было слышно, как шипели тормоза, а броневагон сдал метров на десять назад. Увидели. С досадой жал кулаки капитан Журавлев. Два пулемета, один из них крупнокалиберный, разворачивали стволы. Расчеты, укрытые за металлическими бортами, изготовились к стрельбе. Обер-лейтенант, старший экипажа из 10-12 человек, раздавал негромкие команды. Трое саперов во главе с офицером спрыгнули вниз и осторожно двинулись вдоль насыпи, направляясь к подозрительному месту. Мальцев смахнул со лба пот. Происходило что-то непонятное. Как они могли заметить небольшую, хорошо замаскированную мину? Впрочем, опытный глаз способен различить место, где перворошили и заново разровняли щебень. Николай подтянул поближе Дегтярев и снял предохранитель. Дальнейшие события разворачивались стремительно, и не так, как этого ожидали капитан Журавлев и его люди. С платформы ударили оба пулемета. Гулка, как в пустое ведро, молотил короткими очередями крупнокалиберный машин Гевер. Его тяжелые пули гудели, разламывая толстые сухие ветки из защитной полосы и спиленных еще весной деревьев. Второй пулемет новый МГ-42, бил с характерным рычащим звуком, выпуская 20 пуль в секунду. Его трассы проносились пучками, оставляя клубящиеся крошево земли и древесины. Рикошители от камней, уходя в осеннее небо, покрытое облаками. Хлопали винтовочные выстрелы, вели огонь несколько автоматов. Группу спасала предусмотрительность капитана Журавлева он выбрал место для засады в 150 метрах от насыпи. Хотя командир разведки партизанского отряда Аркадий Снитко предлагал залечь поближе. Когда составку кувыркнется, можно крепко по фрицам врезать. У нас ведь два дегтяря, плюс ваши автоматы. Опять-таки, в суматохе трофейным оружием можно разжиться. Насчет оружия разведчик нес заведомую чушь. Любой эшелон даже с фуражом или второстепенным грузом, сопровождали как минимум взвод охраны и две-три зенитные установки. Да и насчет ковыркнуться вряд ли бы получилось. Хотя на фронте у немцев дела шли неплохо, в здешних лесных местах составы сильно не разгонялись. В лучшем случае опрокинутся вместе с паровозом несколько головных вагонов. Из остальных выскочат руки железнодорожной охраны, откроют огонь зенитки, мало не покажется. Рыжие все такие мудрые!» — усмехнулся капитан. «Пострелять не терпится. Да ты на героя не похож!» У Журавлева имелись основания так говорить. Хотя рыжеволосый, в кубанке со звездой и кожаной куртке, Аркадий Снитко выглядел браво. Даже имел трофейный автомат, один из немногих в партизанском отряде. Капитана поддержал его заместитель, старший лейтенант Федор Кондратьев. Близко к нас и лезть не надо. Дай бог, чтоб заряд рванул нормально. Если в составе цистерны, достанем их и отсюда, зажигательными пулями. Оба пулемета замолкли, и немецкие саперы стали осторожно выращивать щебень стальными щупами. Действовали они грамотно, опасаясь противопехотных мин. Но и долговязый старлей Кондратьев был далеко не новичком. Чтобы первая диверсия на железке не сорвалась, Федор заложил в насыпь вторую мину натяжного действия. Ее немцы пока не заметили, и находилась она рядом с броневагоном. С эшелоном не получится. Тронул он за плечо Журавлева. Рванем мотовоз, пока он на мине стоит. Давай! Отозвался после короткой паузы капитан. Мина натяжного действия штука примитивная и опасная в применении зато довольно надежная. Хитрости в ней немного. Самое главное – натянуть замаскированный шнур и выдернуть чеку. По условному сигналу сапер Степа Пичугин, спрятавшийся в 70 метрах от насыпи, потянул шнур. Ему в операции отводилась самая опасная роль. Требовалось минута или две, чтобы натянуть замаскированный шнур и выдернуть чеку. Николай Мальцев видел, как младший сержант Пичугин по прозвищу Воробей быстро подтягивал шнур. При этом он невольно высунулся из-за поваленной сухой березы. Его могли увидеть в любой момент и открыть огонь. Ситуацию понимали все, а шнур, как назло, продолжал растягиваться, оставляя воробью все меньше шансов на благополучный исход. «Мальцев, Грицевич, огонь! Гасите пулеметы!» — скомандовал Журавлев. Снайпер Василь Грицевич уже держал на мушке первого номера из расчета крупнокалиберного машин Гивера. Он выстрелил в тот момент, когда пулеметчик разглядел русского диверсанта и склонился к своему массивному МГ калибра 13 мм. Пуля ударила в край щита и ушла рикошетом в небо. Пулеметчик, слегка оглушенный ударом бронебойной пули, ответил неточной очередью. Николай Мальцев успел дать короткую пристрелочную очередь по второму пулемету, когда Пичугин дернул туго натянутый шнур. Раздался негромкий хлопок сработавшего запала, а спустя пять секунд взорвалась мина, усиленная брусками тола. Поднялся фонтан земли и щебня. Мощный заряд вывернул рельс вместе со шпалами. Броневагон встряхнуло и накринило. В какой-то момент он едва не перевернулся, но левое переднее колесо застряло между треснувших шпал и удержало платформу. Она застыла, накренившись под углом 20 градусов. Двоих солдат сбросила на щебень. Оба пулемета пока молчали. Их расчеты приходили в себя. Обер-лейтенант, удержавшись за поручень, отдавал быстрые команды. Он бы наверняка сумел организовать отпор, но белорус Грицевич, поймав его в оптический прицел, выстрелил точно. Офицер в серо-голубом френче продолжал держаться за поручень. Повыше левого нагрудного кармана расползалось темное пятно. В этот момент открыла огонь вся группа. Мальцев хорошо видел расчет МГ-42. Двоих солдат, мастившихся на перекошенной площадке и уже наводивших свой скорострельный пулемет в цель. В них стрелял не только Мальцев, но ну и Журавлев из своего ППШ, давая возможность добежать до безопасного места Степану Пичугину. Трое немецких саперов, опытные и расторопные солдаты вермахта, успели залечь за рельсами и вступили в бой. Три карабина били неторопливо и прицельно. Их размеренные выстрелы отличались от беспорядочной стрельбы, которую вела оглушенная сильным взрывом команда броневагона. Взрыв тряхнул его крепко, Крупнокалиберный машингивер, кажется, вышибло из станка. Расчет МГ-42 пытался вести огонь, но очереди шли не точно. Один из солдат, выброшенный взрывом, лежал неподвижно. Второй полз по насыпи вниз. Пуля ударила его в спину. Но даже получив тяжелое ранение, он еще сильнее заработал локтями, стремясь укрыться в траве у основания насыпи. Журавлев понял, что атаковать и добить броневагон с его оглушенной командой надо именно сейчас. «Грицевич, прикрывай! Остальные в атаку!»